Житель Чебаркуля открыл огонь по торговым павильонам из окна своей квартиры. Это был приступ безумия или спланированная преступная акция? Нам расскажет Алла Согрина в рубрике «Происшествия». Да уж, очередная шокирующая выходка. Мужчина, которого трудно назвать адекватным, из травматического пистолета обстрелял 4 продуктовых киоска. Есть ли пострадавший и какое объяснение полицейским дал стрелок уже после задержания, расскажу сейчас. Ну, давайте, девчонки, рассказывайте. Ой, не надо. Продавцы киосков с испугом встречают телеоператора. Женщины кричат, что пережили сильный стресс. В 2 часа дня оказались под градом пуль, которые пробили витрины, обшивку павильонов, а одна из пуль попала в спину продавцов. 39-летняя женщина чудом избежала серьезных травм, но лечение ей необходимо. Сейчас она не на работе, а в приемном покое. Этот мужчина и был тем самым стрелком. Его из квартиры 5-го этажа во двор вывели полицейские. Видно, что идет не твердой походкой и, кажется, слишком заторможен. Полицейские изъяли у него пневматический пистолет и отправили в СИЗО. За хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выразившее неуважение к обществу и совершенное с применением оружия, санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа размером до 500 тысяч рублей, обязательных исправительных или принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок. 56-летний мужчина оказался сильно пьян. На допросе свой поступок объяснил просто – захотелось развлечься. И другого способа, как палить по киоскам и людям, он найти не сумел. Полную версию эксклюзивного видео смотрите прямо сейчас на нашем сайте одинобл.ру в разделе «Онлайн-ТВ». А сейчас к другому дебоширу – челябинскому. Мужчина, тяжело ранивший охранника автостоянки в металлургическом районе, задержан. Об этом подробнее расскажет начальник пресс-службы УМВД Челябинска Светлана Калмыкова. Из городской больницы металлургического района в полицию поступило сообщение о том, что около 11 часов от автостоянки, расположенной по улице Мира в металлургическом районе, бригадой скорой помощи с ножевым проникающим ранением был доставлен мужчина 1970 года рождения. В ходе проверки сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан неработающий ранее судимый житель города Челябинска 1989 года рождения. Установлено, что между мужчинами на бытовой почве произошел конфликт, в ходе которого задержанный причинил потерпевшему ножевое ранение. Следующая новость от народного репортера. В редакцию телеканала ОТВ обратился Руслан Халилов с просьбой найти очевидцев крупной аварии на трассе Челябинск-Екатеринбург. В ДТП попал его тесть. На «Ладе Калина» влетел под большой груз, который принадлежит дорожникам. Сейчас пожилой мужчина в больнице с тяжелыми травмами. Именно его, по словам Руслана, винят в этой аварии госавтоинспекторы. Но тут не все так просто. 35-й километр на Урис. Так, получается, это в сторону Екатеринбурга. Челябинск, Екатеринбург, 35-й километр. Тесть у меня попал в аварию, в стоящую машину. И поздно заметил, потому что пасмурно и дождь шел, что эта машина стояла. Дорожники уверяют, что у них были включены спецсигналы и аварийные сигналы, там все вот эти. Ну, не было ничего включено. Тесть сам видел, как бы, и сам своими словами говорит, что не было ничего включено. Вот надо очевидцев, которые видели, что не было включено это все. Потому что хотят его виноватым сделать. На помощь телезрителей тоже очень надеются герои следующего репортажа. Родственники Тамары Курбоновой разыскивают женщину с 31 августа. Неделю Тамара не появляется дома, ее ждет большая семья, муж, сестры и 4 детей. С встревоженными родственниками по телефону общалась наш корреспондент Марина Ковязина. Вот так выглядит Тамара Курбонова. Ей 25 лет, и именно ее разыскивают сестры и муж. А дети, которым 8, 5, 3 и 1 год, неделю находятся в сильнейшем стрессе. Плохо едят и не могут заснуть без сказок от мамы. Многодетная мать, по словам родственников, ушла из дома после ссоры с мужем. 31 августа около 11 часов вечера. Из дома в поселке Приморский Агаповского района в легкой летней одежде. Вот что нам по телефону рассказала родная сестра Тамары Олеся Абдрахманова. А в чем была в домашнем? С ним одета, вот, в шортах вот была, в футболке, в чем, ну, дома вот хоть в своем доме живет. И в тапочках, в сланцах. Не знаю, даже предположений вообще у нас нету. Как бы в мозге ее нету, она просто никогда так не делала. Как обычно в семье там, не знаю, ругались, мирились, потом опять ругались, он уезжал, потом приехал, а что, у нее 4 детей, вот. И как бы, не знаю, вот. Последнее время, ну, она вот не хотела с ним жить. Не было у нее молодого человека, не было.
Здесь помост, вот у нее вот есть подружки, ну, как бы это, и сестры, она вот у нее один этот, все это. Ну, а такого, чтобы друг, какой друг? Друзья просто, и все. На стороне у нее никого не было, это точно я вам могу сказать. Родственники пропавшей Тамары Курбоновой уверены, женщина не могла бросить детей, а старшую дочь не повезти 1 сентября во второй класс. Случилось что-то очень серьезное. Даже подозревают мужа, с которым Тамара жила последние 4 года. По словам сестер, он бывает очень вспыльчив и агрессивен, а после ссор вообще неуправляемым. Розыском многодетной матери в Агаповском районе занимается полиция, просит помочь и телезрителей, кто, возможно, видел недавно Тамару Курбонову. Номер телефона сестры пропавшей вы видите на экране. И в конце выпуска трагическая новость из Миасса. Там вспыхнул садовый домик, в котором находился мужчина. Он со стихией остался один на один. Кадры последствий смотрим. Прибежали, там уже подойти нельзя было. Три ведра там, прибежали, кто как, и все. Ну, в общем, короче говоря, все сгорело. Не подойти, ничего не было возможности. А тут пламя такое большое было. На месте обугленного каркаса была дача. В ней ночевал 65-летний хозяин. Когда вспыхнул огонь, мужчина выбраться просто не смог. Задохнулся угарным газом. Тело нашли пожарные на этой кровати, если так можно назвать то, что от нее осталось. Огненная стихия не пощадила и припаркованный у дачи автомобиль погибшего. По словам соседей, мужчина часто ночевал здесь один, часто выпивал и курил. Это и могло сгубить пенсионера, считают пожарные. Предварительная версия – непотушенная сигарета. Это все, Иван, что я успеваю рассказать сегодня. Завтра новая порция свежего и эксклюзивного видео здесь же в рубрике «Происшествия». Спасибо, Алла. Снова ждем острых репортажей из криминальной хроники.